На собрании волонтерского штаба «Мы вместе Севастополь» подвели итоги работы движения и определили его новую структуру. За время работы штаба к его деятельности присоединились более 3800 добровольцев, а гражданам ЛНР, ДНР и Украины выдано более 400 тонн гуманитарной помощи. У добровольческого движения появились координационные и экспертные советы. В последний вошел губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В ближайших планах у штаба «Мы вместе» – открытие представительства в Донецкой Народной Республике.